Сегодня 10 августа 2024 года. Это Дерибасовская. Сегодня суббота. И вот вначале, кого мы встречаем, это Кришнаидов. Спасибо, взаимно. Так, Кришнаиды пошли по Дерибасовской, а мы завернем в пассаж. Сегодня в пассаже проходит вернисаж. На наш стул опять очередь, как в старые добрые времена. То есть много гостей города, все хотят сфотографироваться. Так, вот столько народу сейчас на Дерибасовской. Котик красавец. Черно-белый, ухом шевелит, но поворачиваться не хочет. Еще один красавец черно-белый. Хорошенький. Дерибасовские уже, как обычно, какие-то уличные музыканты. Готовятся пока играть. Пока, да, пока что они еще не начали играть, поэтому мы пойдем дальше. А на обратном пути, может быть, снимем. Можно подержать, нет, спасибо. Только поснимаю. Красавцы. Сегодня очень много экскурсий. Так, это Макдональдс. Как мы будем идти? По Екатерининской? Или... Тут есть красивые машины. Ага, я поняла. Значит, по Екатерининской мы идем. Я не знаю, что это.
сегодня очень душно. Да, гроза, чтобы нас вообще не было. Здесь в городе был дождь. У нас на Черемушках дождя не было вообще. Но сейчас все повысыхало, как будто бы его и не было. Какая здесь красота! Какая здесь красота, посмотрите! Идем дальше на Приморский бульвар. Давайте еще раз посмотрим на нашу красоту. Ну, какая прелесть, там какая-то бабочка. Красивая бабочка, шикарная. Там вообще какая-то бабушка с палочкой. Идемте дальше. И шикарный субботний закат. Возвращаемся через Дерибасовскую. Здесь уже все музыканты поют. Чудо такое. Так, и Кириллов уже поет.
Там духовой оркестр. Надо тоже поснимать чуть-чуть. Домой через пассаж пробежимся. Здесь продолжается вернисаж.